Приветствую вас, друзья, с вами Фил, как всегда, и я только что вернулся с соревнований в Новополоцке, и вот как только я приехал, я сразу получил извещение о том, что мне кое-что пришло. Вот это самое кое-что находится перед вашими глазами, и вот это, друзья мои, это очень редкая вещь трехлетней выдержки, то есть ее уже нигде не найти в продаже, по крайней мере в обычных магазинах. Вот, и это просто чудо, что я нашел этот набор LEGO Technic 93-91. Набор начального ценового уровня, но поскольку он уже нигде не продается, то его ценность достаточно велика. И, собственно говоря, я не знаю на самом деле, как распорядиться этим набором, друзья мои. Сейчас мы, конечно же, его вскроем и посмотрим, что же находится внутри, чтобы все было интересно и красиво. Вот. А что касается самого набора, то его судьбу решите именно вы, друзья. Те люди, которые будут смотреть это видео. Потому что если вам интересно увидеть вот эту вещь вживую, в собранном состоянии, то, конечно же, жмите лайк к этому видео. И если видео наберет 50 лайков, то я, соответственно, вскрою этот набор, соберу и покажу вам. Если же нет, то я оставлю этот набор в целости и сохранности, неприкосновенности, чтобы впоследствии его продать за большие деньги. Вот, обратите внимание, друзья. Это LEGO Technic Crawler Кран под номером 93-91. Это маленький Crawler Кран, но он очень и очень функциональный. То есть для такой маленькой модели. Я за этим набором охотился почти 2 года. И, собственно, на обратной стороне коробки вы видите альтернативную модель. Это бульдозер небольшой, вот такого вот вида. Вот. Сама коробка, надо сказать, что сохранилась достаточно в хорошем состоянии. И мне кажется, ну, лучшего можно и не ожидать спустя 2 года после выхода модели на рынок. Даже больше, даже 3 года. Потому что сейчас уже 2015, а модель это 2012 года. Ну, собственно, здесь показаны его функции, то есть, что он у нас умеет. Он вращается вокруг своей оси, стрела у него удлиняется, укорачивается, это все как бы вручную делается. Ну и, соответственно, опускается его крюк и поднимается. Ну, также есть возможность катать его на его этих самых гусеницах. Вот, друзья, поэтому, если вы хотите увидеть это чудо техники в собранном состоянии, посмотреть его функционал, то жмите лайк этому видео. Если видео наберет 50 лайков, то я вскрою этот набор и покажу вам непосредственно уже готовую модель. Если же это видео не наберет, к примеру, 50 лайков за, ну сколько, за пару недель, да, друзья мои. Вот сегодня у нас 24 августа. Если вот к 10 сентября не наберет это видео 50 лайков, то, естественно, набор этот скрывать я не буду. А если наберет, то буквально вот через несколько дней спустя даты 10 сентября я покажу вам этот набор в собранном варианте. Все, друзья, наверное, на этом все. С вами был Фил, удачи и оставайтесь на моем канале.